иначе, да. Здравствуйте! Давно не виделись! Родные, знакомые, приятные лица. Пушкинисты, здравствуйте! Вам отдельный респект и спасибо, что сегодня с нами. Хутор-елка. Знаете, мы сегодня в качестве открывашки. Сегодня открываем сезон прекрасных летних субботних концертов в Хутор-елке. Сезон открывается творчеством коллектива Сурганова и оркестра. И мы сегодня исполняем альбом «Все будет завтра», но не просто исполняем, а исполняем в сопровождении с великолепными, давно уже полюбившимися музыкантами, квартетом «Аристократы». Прошу любить и жаловать. У девчонок сегодня самая большая и серьезная нагрузка. Мы-то вроде бы как уже успели кое-какие аккордики разучить, там слова запомнить. Хоть и с ошибками, но девчонки сегодня играют, для них это абсолютно новая программа. Специально для этого концерта были расписаны партитуры струнные, специально для этого альбома. Он на самом деле не особо струнный, если вы помните, там в основном гитарный саунд. Но мы решили сегодня украсить и облагородить этот альбом прекрасной струнной секцией. Ну, кажется... Самое важное я успела сказать, а сейчас будем петь песенки, а вы нам будете подпевать. И начнем мы сегодня, не как вы, наверное, думали, с «Шила осень», а с песни «Шапито». Что наша жизнь? Цирк. Да и только. Поехали. Тихонечко. Шепотком. Oh,
сразу с места в карьер.